Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханти! Вот и Ситра. Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Ай! Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанкабауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Стравас, кстати. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все? Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат! Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его! Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл. Дэнс, ты привел сюда постороннего. Курьер? Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханти! О, ничего себе, ля какая. Покажи свою руку. Это Джейсон. Там ничего нет. Ай. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. А ей нравится дерзкий, да? Полюбас. Ничего себе, какая ты храб, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Смешно, очень, да, офигеть. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Внутри храма это метафора такая? Я ищу силу, чтобы внутри победить ее храма и спасти друзей. И это все. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воинам. Дай мне разграбить. Уходи. Твою его, пещеру. Мой брат. Я стану один из вас. Лена, она симпатичная вас? Очень. Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Твич пока не работает. У меня. Неси мне то, что потеряно. И мы поговорим. А что потеряно? О, ребята. Ух ты. Мужики, спокойно. Дэнс, ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханти! Опа. Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Ай! Карак, спасибо. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанкабауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Раз фильм один смотрел. Я отдам их тебе. Когда срежу!
Я думала, ты любишь шутки. Регина Дубовицкая? Мало кто из посторонних видел. Елена Воробей? Я не узнал в гриме. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. Это все. Я не поведу в бой свой войско ради тебя. Ты Агнец. Я ты стример. Не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Красивый, кстати. Потом возьмешь его себе. Я готов на все, чтобы вернуть его. Блин, офигенно сцену сделал. Великанца Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Принеси мне то, что потеряно. Принеси мне то, что потеряно. Ух ты. Да, Цитра заметила твой пыл. Цитра? Или Цитр? Цитр? Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Верхеди! Это Цитра? Ничего такая, бля, цитрусинка. Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай. Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет. Хуя мандаринка такая, блядь. Сама такая. Ну была бы... Храб, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думал, ты любишь шутки. Да, тут есть нормальные люди вообще, или все сумасшедшие, блядь? Мало кто из посторонних видел этот храм. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Бля, Дин, не искал, иди сюда. Ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. Это все. Я не поведу в бой свой войско ради тебя. Ты Агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. Его мой брат. Вас? Апельсинка. Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканца Херба. Принеси мне то, что потерял. И мы поговорим. Что это? Чё за пиздец? Ух ты. Да, Цитра заметила твой пыл.